Здорово, домкраты! С вами Алексей Семилетов. И сегодня мы с вами изучим, как правильно делать опускание штанги при многоповторных подъемах. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. В многоповторных подъемах в тяжелой атлетике важно уметь опускать безопасно большие веса, не вызывая при этом риска травмы. Так же, как и в подъемах, в опускании штанги тоже есть своя техника. Основа этой техники такова – перед опусканием как можно больше украсть высоты у снаряда за счет сгибания ног. Сегодня рассмотрим два самых сложных случая – это опускание при толчке с груди и опускание при рывке с виса. Начнем по порядку, сначала рывок. Зафиксировав снаряд над головой, начните слитно сгибать ноги, как бы становясь ниже. Соответственно, штанга будет на более низкой высоте, чем изначально. Согнув ноги, слитно начните сбрасывать штангу в район паха, направляя локти вверх, чтобы штанга двигалась вдоль тела, а не по дуге от вас. Когда снаряд начнет пролетать примерно мимо ваших плеч, слитно выпрямите ноги, как бы совершая небольшое выпрыгивание вверх. В тот момент, когда штанга пролетает в район паха, слитно согните ноги, отводя таз назад, как бы амортизируя прием штанги в ноги, а не в спину. Выпрямитесь и продолжайте рабочее повторение. Теперь толчок. Зафиксировав снаряд, начните плавно сгибать ноги, как бы становясь ниже. Соответственно, штанга будет на более низкой высоте, чем изначально. Достаточно согнув ноги, слитно начните сгибать руки, опуская штангу на грудь. Как только вы согнете руки наполовину, начинайте выпрямлять ноги, как бы подтягиваясь к штанге, слитно выходя на носок. Если вы все сделали правильно, то в этот момент вы уже должны коснуться плечами грифа. Коснувшись плечами грифа, самортизируйте ногами принятый вес, держа таз сзади и не сваливаясь с колена. Приняв снаряд обратно на грудь, смело продолжайте рабочие повторения. Новичкам я рекомендую учиться данным движениям с грифом и на большое количество повторений от 10 и выше, чтобы наработать автоматизм. С опытом данный навык будет технически чище и удобнее, так как нарабатывается чувство снаряда в пространстве. Благодарю вас за внимание. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов.